Я коробка, я... Ой. Ну типа взорвалось. Голубая дружка. Голубая дружка. Можно там всяких арконусов поселить, чтобы они там жили. О боже мой. Подай. Ой, это же большой пувыфтик. Фиолетовые дружки. Сегодня мы будем строить радужных друзей в Майнкрафте. У нас будет 4 команды и в каждой команде по 2 человека. Сейчас мы запустим традиционный салют, после которого вы начнете строить. Так, а где салют? Можете начинать строить, я приду через 40 минут к вам. Прошло 40 минут, и мы сейчас посмотрим, что у вас получается. Вау, когда я приседаю, я становлюсь коробкой. Это клево. Это прикольно. Мы в фиолетовой команде, и здесь у нас что-то есть. Что-то я тут вообще не понимаю, где здесь центр. Вот вход. Я вообще ничего не понял. Почему здесь стоит дом? А там в игре также было. А, я понял. Типа это центр, вот здесь у нас этот... А, канализация. Да, канализация. Полетел в канал. Нет. Ой, это какой-то темный лабиринт. Это лабиринт, который ведет никуда. А почему? У вас очень странная карта, я вообще не понимаю, что это, ну ладно. Это что такое? Дай поесть, пожалуйста, я голодный. Один чел говорил, сам такой ешь, дай мне нормальную еду. О, спасибо. Вот здесь тот самый старик ломал ножницами сетку. И вот здесь мы проходим в магазин бластеров. Проходим сюда, и здесь у нас... Ой-ой-ой, я не думал, что вы построите это. Почему здесь колеса, это дерево? Ну ладно. Тут у нас беседка. А это какой-то недодомик. Это домик для самых богатых ухов. Да, это больница. Тут надо лечить пингвина, которому надо операцию делать. Не надо. Давай. Я тебе сам операцию на легкие сделаю. Давай. Ну, не хочешь, как хочешь. И здесь у нас лабиринт. Сюда. Ну, пока тут вот так, да. А там еще больше я вижу. Ой, это мельница? И да, тут тоже есть центр. Вот тут беседка выглядит немного иначе. Тут даже борщиком уха. Я думал, это борщик. Я тебя сам на уху пущу, ты понял? Та же самая больница. О, а в больнице есть кроватка. Что это за дом такой странный? Лазертаг. А, я понял, что это. Сюда проходим, и здесь магазин бластеров. С Антарктида. В смысле? Почему-то здесь снега нет. Ну ладно. Фиолетовый дружок. Интересный фиолетовый дружок, который совсем не фиолетовый. Ну прикольно то, что мы можем присесть и стать коробочками. Это вообще клево. Очень много командных блоков. Я не знаю, зачем они здесь. Ну, синий дружок, он не видит тебя, если ты в коробке. Сел? Привет. Почему-то он не кусается. Черный эндермен стал зеленым дружком. Они сказали, они сделают текстурпаки, это будут настоящие монстры. Оранжевый дружок. Оранжевый дружок. Вот. Подай. Почему они не хотят меня кусать? И это все, что получается за эти 40 минут. Мы придем сюда смотреть еще, что у вас получится через 40 минут. Всем пока. Мне так нравится становиться коробкой вообще. А, надо как-то сюда попасть, поэтому мы сделаем вот так. Проникновение со взломом. И так тоже можно. Вау, мы находимся в центре. На горах появился снег и лед, значит это Антарктида. Ура, мой дом. А где мой дом? Тут нет моего дома. Это канализация. В канализации все заперто, ну ладно. Пойдем. Тут даже грибочки они посадили, которые там были в игре. Вау. А, еще смотрите, что здесь. Это подвал с фиолетовым. Так, заходим сюда, здесь фиолетовый. Не хватает территории, сорян. Там есть еще кое-что, красивее идем. Тут есть поломанный мостик. Вау, прикольно. А смотри, это же большой пувыфтик. А это его нос или глаза? Он чё, так хера? Так пуфлифтик, ты вообще не знаешь, что это? Глаза. Ой, простите. Уи, я никогда здесь не катался. Тут ничего нету. Помнишь, тут было какие-то лески наверху на растянутых, ну, на которых мы передвигались. Нет. Азипойн называется. Я не шарю за попыт. Нет, спасите меня, меня здесь красный запер. А нет, у меня есть ведро воды, так что я вон вот дропаюсь. Это была красная команда. Пойдемте посмотрим, что там у зеленой команды. Ой, это же Антарктида. Тут даже мостики есть, как там. Тут еще парк аттракционов. Вот этот домик с батутиками. Ой, там какой-то монстр. А это что такое? Я даже не знал, что там это есть. Ну ладно. А дальше мост и все. И дырка в мосту.
А почему этот мост поломан? Я не знаю, чтобы все весело из него падали. Ладно, пойдемте к желтому. Ух, стой, знаешь? Что? Если ты мне не дашь один ухолкон, зеленый будет с тобой обниматься. А почему надо мной вообще дождик? Не знаю. Иди-ка сюда, Грим, Грин, Гристи, Кровн. Заберите с меня тучу, а то я вам не исполню три желания. Дайте ее мне. Все построили Антарктиду, это круто. Ура! Я с нее начал. Ага, какой-то странный. Это, смотри, там вначале есть такое место, где надо кушать, и да. Вот оно. Тут есть больничка для пингвина. И какой-то лазер. Пошли. Так, ну это я у всех видел. О, тут есть какие-то зачарованные луки, это что ли лук? Это мое, не трогайте, а то застыли. У меня же пол сердца воды. У нас пол. Вот ты как главный администратор наблюдаешь за тем, как меня, ютубер, ну, а который просто снимает видео. Вообще. 2023 остановись. Ух, а зачем канализация? Вот ты говоришь, зачем нужна канализация? Аркон, устань рядом с канализацией, пожалуйста. Зачем? Прошу тебя. Не обижайся. Вот можно там всяких арконусов поселить, чтобы они там жили. О, боже мой. А, все. 2023, остановись, меня стреляют хлебом. Все, бежим отсюда. Если не дашь один ухохон, тебя съест, это тебя обнимет зеленый. Пришло время смотреть ваши постройки полностью. Все. Ой, я что-то сломал нечаянно. Пока не видит, надо чинить. Это карта радужных друзей. Идем собирать пуфуфчиков. Где тут монстр? Это зеленый монстр. Вау, он выглядит как зеленый монстр. Давай его ударим. Он нас не видит. Давайте сам. Лазер так. Тут у нас. Тут арбалеты. Это лабиринт, тут еще один пуфуфчик. Нам надо всех пуфуфчиков собрать. Так, я. Тихо. Еще один пуфуфчик, собираю всех пуфуфчиков. Нам надо больше пуфуфчиков. Лютый картинг. Понятно, Арконус сидит. Идем. Это кто? Фиолетовый дружок. А как он работает? Знаешь, он очень похож на того, которого мы построили в битве строитель. Фиолетовый монстр. Я пуфуфтика нашел еще одного. Пуфуфтика давай. У меня уже 4 пуфуфтика. Тихо, тут вот этот синий. 5-7 пуфуфтиков, прикинь. А, давай их всех на базу вернем. Нет, так, давай сюда одного, сюда второго, третий, четвертый. А, все, у меня кончились. Там пуфуфтики. Синий. Там синий, где синий? Да что это? Смотри, сколько тут пуфуфтиков мы собрали. Я 7 поставил. Они такие красивые. Я больше под тебя поставил, 100%. Нет, у тебя же было меньше. Тихо. На синий. Это, да. Присядь, мы коробочки. А почему он на нас не агрится? Я не знаю. Он добрый, наверное. Че? Кого-то убил. Он в больницу идет зачем-то. Я коробка, я... Ой. Тени, как туда залез, я тоже туда хочу. Он побежал за кем-то, смотри, он летать умеет. Он крутится с дизлайком. У меня эндерженчик. А у меня тоже есть. Ну вот. Я в храме синего, я хочу всех замочить. У меня же есть супер крутой меч. Это голубой монстр. А почему у него текстуры нет? Голубая дружка. Голубая дружка. Супер кринжовая голубая дружка сгорела. Где? Синий, ты чё? А, я, да. Да чё один? Шифт. Ай. Что делать? Да он летит. Беги! Аркон, сучок, я знаю, как выбежать из этой игры. Надо сломать этого пуфуфтика и сбежать. Валим. Все, валим отсюда, ура, мы прошли Rainbow Friends. Ура, я побежал, все. Аркон, идем с моей следующую постройку сухарика. Где тут центр? Где тут вообще вход? Наша задача найти 10 сахара. Здесь. Там так, ладно, давай начнем искать сахар. Сначала зайдем в больницу, здесь его нету. Тут 3 сахара. Ой. Аркунус сахар находит. А, вон я его вижу. Я тоже нашел тут сахар. Я еще один сахар нашел, 4 сахара уже. Я тоже один сахар нашел. Зеленый монстр приближается, нет. Нет, ешь меня. Смотри, я большого пушистика нашел. Это не пушистик, как ерунда какая-то. А у меня один сахар есть, я круто. Я 3 нашел. 13 сахара, сейчас я сделаю торт. Смотрите, фокус-покус, я бросаю сюда, и появляется торт. Аркон, зайди в креатив, возьми торт и готовься его ставить. Погоди. Это совсем не монтаж. Раз, два, три. Пью-п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 ью
сейчас мы на... Зеленый монстр. Все, ложим. На, тортик. Пойдем. Сейчас надо, чтобы здесь взрыв появился. Взорвалось, короче, хорошо. Хороший сухарь. Сухарик, я хочу услышать твою эпичную речь.
Старый дед ломает решетку, и мы проходим сюда. Ладно, пойдем. Я в школе? Нет, ты не дед старый. Я дед, мне 15 лет. Ладно. Ладно, какая у нас здесь цель? Был найти пуфистиков сахар, и что теперь? Или мы ищем соль? Нам нужно найти 25 лампочек, которые лампочек? Здесь тут есть дверь, проход какой-то. Мы упали куда-то. О, тут фиолетовые дружки, смотри, какой я фонарь нашел. Фонарь? Это комната фиолетового, прям как в игре. Они смотрят на вас и убивают вас взглядом, так что надо бежать скорее. Чё? Это желтый монстр, он тебя украл. Так он почему-то в виде ифрита. А что? Он вас обоих украл, он вас увозит, все. Вон фонарик, я нашел. Собирай, куда фонарики ставить? Дай мне все фонарики. На. Только, у тебя сколько? У тебя 4 фонарика было, у меня только один. Надо их всех положить сюда и тогда... А, все понял. Николай, где ты эти фонарики вообще видел? Я их не знаю, я даже один фонарик нашел, Аркунус ни одного. Да. Сейчас я еще один нашел жестко. Я еще один кидаю фонарик. Так, я еще один фонарик нашел. Просто. Еще один фонарик жестко. Привет, фиолетовые друзья. Просто. Зеленый дружок. Я положил, уже там 10 фонариков в коробке. 12. 12, надо еще чуть-чуть. Синий монстр. Ой. Да желтый монстр. Ой-ой-ой. А, прощай. Все, нас поймали. А куда мы летим? А, не знаю. Вау, куда? А куда мы взлетели? Уха улетела. Я тоже. Ну, выжила. Спустя 100 миллионов лет. Еще 16 фонариков. А сколько фонариков? Сколько надо всего найти фонариков? Смотри, Арконус, на. Типа ты их нашел. Вот. Типа они тут лежали. Я нашел фонарики. О, смотри, сколько фонариков. Еще 6. 13. 13. Ой. И зеленый такой приходит и нас всех съедает. Злой монстр. Арконус оказался опаснее монстра. Нет, помогите. Сейчас мы посмотрим всех монстров, которых мы сделали. А, это синий дружок. Выглядит он очень странно. Мне он не нравится. Но он работает очень круто. Он нападает на нас, если мы не в коробке. И уничтожает, короче. Сухарик агрессивно стреляет по нему. Еще есть зеленый монстр. Он очень прикольный. Еще есть фиолетовый дружок, это самый милый дружок. Он просто на нас смотрит и даже не кусается. Зачем вы их бьете? Кроме головы. Больше на пушистиков похоже. Самый странный монстр, которого они сделали. Потому что он не работает. Это очень классный дружок, потому что он может тебя поймать. Лови. Все, вот он меня поймал. И он утаскивает нас высоко в небо. Ну все, улетели. Так, я бы хотел бы... Ой. И оранжевый дружок. Ой, это просто маленькие зомби и все. Стойте, стойте, я знаю, что можно с ним сделать. А, что? Так можно делать? Да. Оп, он идет по дороге, которую я ему построил. Это очень прикольно. Да? Он даже может подниматься наверх, жесткий монстр. Давай, давай, давай. Опа. Что-то мне этот монстр очень сильно понравился. Ух, ух, можно вопрос? Давай. Можно во всех командах пульт от ядерки сделать? Не надо. Нет, она уже вся взорвана. На этом эта битва заканчивается. Спасибо за участие Арконусу, Николе, Сухарику, Легенде, Лавашу, Ветерану, Деден Сайдику, Трулер, Мэнди. Руби. Всем пока. Ай, включи меня.